Люся увидела, добрый день, друзья. Увидела любимую кашу. Подожди. Сейчас. Садись. Скорее. Давай. Сейчас, подожди, я так сяду. Давай, садись. Давно мы с тобой не кушали, да? Так давно не кушали, скажи. Ты ж моя цветочная фея. Как на камеру, так сразу стала кушать интеллигентно. Моя ты радость в этом жестоком мире. Ты даришь столько людей радости. Да. Маленькая, скажи, обезьянка. Что, куры пришли? Тебе бы на них поохотиться уже. Люся снова охотится на куры. Добытчица ты наша, да? Скажи, в такое непростое время, скажи, еще куча котят. Люся, не иди. Иди сюда, садись. Куры потом. Давай. Сначала каша. Садись, дорогая. Давай. Начинаешь мне. Охотница. Индиана Джонс ты наша. Грибут. Скажи, грибите отсюда, да? Иначе, сейчас я вам устрою. У нас начали цвести орхидеи. Люблю орхидеи. Что? Иди сюда. Это я для твоих подписчиков показываю. Не для тебя. Люся, не надо вытирать об стол все. Куры наши все. Тут Шанель пришла. Шанель, подожди. Я тебе же уже все там поставила. И молочка, и мясо, да. Ох, уже эти звуки природы. Что? Страшно. Павлин, страшно. Да. Кузнечик ты мой. Ты плохо поела еще. Боже мой, как страшно кричал павлин. Да. Сердечко сразу такое. Жестокий мир, да? Скажи, я маленькая обезьянка. Давай. Персики, клубника, огурцы, банан, все потом. Садись. Люся. Ты уже сама знаешь, нужно вытирать моську, да? А бумагу. Ты сейчас навытираешь. Иди сюда. Иди. Охота потом. Сначала еда. Знаешь, как на сытый желудок. Охотиться будет не легче, но мне тебя догнать и ловить будет легче. Иди сюда. Иди. Люси все более разнообразное питание. Люся, сейчас вся каша будет лететь. Но с утра кашка – это обязательно. Так, в основном она сейчас расширяет ассортимент фруктов, мяско вареное, но кашка утром. Это наше все. Мне кажется, если бы она не ела столько каши, то никогда она не, так бы быстро не реабилитировалась. У нее, покажу вам потом,
под ручками уже такие даже мешочки. Мясные. Что? Что? Нет, нет мешочков. Не покажу, не покажу. Вон мешочки. Вот, вот мешочки. Такие. Да. Что? Вот так вытирать. Надо весь его вон сразу испоганить, да? Ну. Ага. Вот я тебе салфетку положила. Люся. Давай. Давай. Что, все? На этом еда закончилась? Охота началась, да? Ну, слазь давай, слазь. Оп. Вот так скажи. Сколько звуков, да? Ох уж эти. Они тоже ждут. Тоже ждут. Когда и будут кормить. Не нагрев. Все ждут. Шанель сидит. Кое пришли. Ты посмотри. Их пришло несколько семей. Ох, Люся, вырастешь ты. Да? Ой, вытирается. Сейчас пойдем умываться. Сейчас. Что там? Кусочек каши. Ну, давай еще поедим. Что-то ты плохо поела, Люся. Залазь, давай. Давай еще кашу поедим. Все, интересно. Очень стало шкодное. Да? Давай, давай. Ты моя шкодная бибизяна. Нет? Все? Ну, тогда пошли купаться. Да? Скажи всем привет подписчикам, всем доброго утра. Чтобы у всех были только добрые новости, да? И чтобы рядом, скажи, были добрые люди, ваши все близкие. Да, Люсь? Розовое ухо. А помните, я думала, что его вообще, что оно будет наполовинку. Что мы не спасем половинку ушка. А теперь все хорошо. С добрым утром, друзья.